плечи, ножки прямые. Можем бонить? Раздави его. Все, все. Дети, вот скажите, а как вы думаете, сколько лет вашему тренеру? 13. Сколько? 13. 13? Ну-ка, спасибо. Смирно! Здравствуйте, дети! Позади меня идем все, позади меня. Проходим сзади меня все. Равняйся. Смирно. Тренировка закончена. До свидания. До свидания. Разойтись. Роза, ты жадина. Я не жадина. Ты жадина. Жадина. Ну а что ты жадничаешь? Вот мешают они тебе? Вот с нами они едут. Да ты. Почему они тебе мешают? Жадина, ковер. Ты жадина. Я не жадина, это ты жадина. Почему? Я не жадный. Место, видишь, всем есть сзади. А ты жадничаешь. Я не жадный. Ты жадный. Я не жадный. Жадный ты. Не жадный. Я просто хотел вот тут сесть. Вот тут? Ну можешь сесть. Я там же. Не. Там же места много же. Это же Мерседес. Садись. Я знаю, что это Мерседес. Ну садись где хочешь. Ну ты жадина. Я не жадина. Ты жадина. Жадина. Жадина ты? Не жадина. Жадина, жадина. Жадина. Соленая. Ты жадина сам. Ты жадина. Ты. Нет, это ты жадина. Ты.
Так поцарапал? Кто так поцарапал? Чудовище? По башке дал ему? Да. Один? Да. А чудовище большое было? Да ты чё? Обалдеть. С ума сойти. Ага. Насмерть? Да. Он и на свои кости полетел. Он сейчас вообще кулаком маленький. Да и когда я раздавил его, полоса, и плакал, как ребенок. Как ребенок плакал? Да. И грызал мечом. И потом он заплакал.
Молодец, умничка. Насчет акробатики. Нравится тебе в зал ходить? Да. Да? Почему тебе нравится? Потому что я учишься? Еще что? Почему тебе еще нравится? Мне нравится прыгать на батуте. А что вы уже прыгаете на батуте? Это вот. Ага. Ага. Группировка сеть. Ну, здравствуй. Здравствуй. Как тебя зовут? Меня зовут Кирилл. Сколько тебе лет? Мне 5 лет. Я не хожу в садик. Ага. Я на следующий год буду ходить в любой класс. В любой класс. Хорошо. Давно ходишь на акробатику? Давно. Ну и как тебе акробатика? Хорошо. Нравится? Да. А почему тебе нравится акробатика? Потому что там разные занятия. Разные занятия? А что вы делаете на занятиях? Бегаем, прыгаем, разминку делаем. Еще что? Хорошо. А вот скажи, Кирилл, а вот ты любишь растягиваться? Люблю. Любишь? Ну вот можешь показать, что ты умеешь? Как тебя зовут? Наталья. Это Фишка. Ярослав. Фамилия какая? А? Фамилия какая у тебя? А отчество? Нет документов. Документов нету? А где они? Делают. Делают? Ну а отчество ты что, не знаешь свое? А что ты мне сказал же до этого? До этого же ты мне сказал отчество? Татарин? Это такое отчество? Папу звать как папу? В камеру смотри. Как? Вова. Вова? Ну, значит... Я буду сидеть Вова, пап. Тоже Вова? Отлично. Эти девочки. Как вас зовут? Марина. Тебя как? Катя. Вы первый день сегодня в зале? Да. Ну, как вам нравится прыгать на батуте? Да. Да? Так, хочу спросить у вас... Вы в школу ходите? Я хожу. Я не хожу. Нет? Почему? Я дома сижу. А что?
Я захотела на батут ходить. На батут ходить? Хотела на легкую атлетику, но нужно до 10 лет. До 10 лет. А тебе сколько? 4. Прыгай пока. Тебе пока мисс 4, да? А тебе уже 7? 7. Ну, большая уже девочка. Ясненько. Где живете? В Казахстане. В Казахстане живете? Почему вам нравится жить в Казахстане? Потому что там есть много игрушек. Много игрушек? О, здорово. Я буду это убить. Кайсар, Отор. Отор, Кайсар. Нет, сюда, Отор, следующий. Ну, не в буквальном же смысле. Сюда сядь. Вот. Катюша, прыгай, ручки поднимай. Меня зовут Кирилл. Мне 5 лет. Я живу в 11-м микрорайоне. Угу. По времени уже долго ходишь? Полгода, год, сколько ходишь? Год. Год целый? Что ты врешь? Ты же месяц его ходишь. Месяц. Ну. Я хочу учить китайский, чтобы разговаривать с американцами. Серьезно? Да. Они, думаешь, тебя поймут? Конечно. Да? Они по-китайскому разговаривают. Я знаю, Зелья. Мне 8 лет. Я поздравляю с Наурузом, всем Шымкентом и всем городам. Я желаю вам хорошие дела и чтобы вы не болели. Чтобы вы были нормальные, хорошо учились, чтобы ваши дети были хорошие и нормальные, и помогли вам и чтобы они были хорошие, чтобы много тренировались. Молодец, спасибо большое. Рахмет. С праздником. Спасибо. Объясни, как он делает? Ты его понял, да? Ошибки свои понял? Закинуть за голову. А ну покажи. А давай вот это тут. Помогите ему застрял. Помогите. Как русский? Серьезно? Ты же на казаха похож. Я русский. Русский.
Носки тяни. Высоту поднимай. Молодец. А вот эта песня, которую вот сейчас ты спел до этого. Высокоеду. Ну ты. А еще раз. Высокоеду. Вообще круто. А что? Покажи. Конечно, это я никогда хотел. Ну, встань, встань, покажу. И пошла мелая пенечка. Какой-то я баба, с этого хрена, с этого селаста. Это ты сейчас по-русски пел? Да, да? Русский. Русский? Да. А, ладно, ладно. Они тоже знают. Они тоже знают? Да, ну ладно. Да, ну вы спойте. Где? Там! Белые кости лежат! Как ты понял, что у человека? Пошли, там рука целая лежит! Да? Да! Наверное, там живут людоеды? Да! Тебе пошли, не страшно? Пошли, это не я, пошли со мной! Тебе не страшно? Нет! Ты страх потерял? Да! Когда? Вчера! Вчера? Да! Молодец. Идите, ручки вымойте и в машину сядьте. Сейчас а где вымыть руки? Об салфетки там влажные не сидите. Там людоеды. Могу кость принести, показать. Так, Леша, если ты сейчас не заткнешься, я тебе тут оставлю. Да. Давай быстрее. Тренер у меня в багажнике. В багажнике? В сумочке? Заходи. Так, ну-ка покажи руки свои. Ну, не сильно грязные. Давай, садитесь. Поедем. Ну что, Даша, все удачно? Хорошо все? Садись, Миша. Давай, Влада, садись. Так, там мои вещи, не запачкайте. Так, ребята, кому уши оторвать? Мне. А? Бери, это твой пакет. Азизхан, оторви ему уши. У нас на видео, что ли, снимать? Да. Зачем? Зачем? Не уберите. Все, все, я нашел. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Like a boss. Sipping lean, big paper holding. Like a boss. You know we got it locked now. Like a boss. Вторая остановка. Дети просятся в туалет. Вот. А Коша? Что делаешь? А? Ясненько. Ну ладненько, давай.
Давайте. Все попали в кадр. Что, Балоза, устал? Что, сильно устал? Пять сил осталось? Из ста? Ну, хоть на подкачку ты оставил силы? Мало? Ну, давай, оставь, сейчас будем подкачку делать. Ну давай, собирайся. Скажите, все как было. Достану мне пенал, а я ему... Достану пенал. Ага. И он сам упал. Кто упал? Александр. Александр. Я третий. Так, в мою машину не попадите. Красава. Молодец. Ровно сели? Мансур. Ровно. Заднюю ногу выпрями. Разверните плечи. Молодец, Саня. Сардар, развернись. Все молодцы. Сели все наши. Лежим. Кто считает? Не слышу. Не слышу. Адисхан, ляжь на живот. Кто упадет на голову первый, тот проиграл. Ну, подходите ближе. Начали. На победителя. Давайте, вытягивайте ручки. Кто упадет, тот проиграл. Все, Дережка проиграла. 1-0. Дальше, дальше продолжаем. До трех играем. 1-1. Долго не прыгай. Бланш с полвинтом, Мансур. Молодец. Красавчик. 6 лет ребенку. В середине прыгай. Разгиб.
как тренировка закончилась? Сравнение было, я не помню. Разойтись, команда, была? Разойтись. Все, красавчик.